Всем привет, друзья! Мы в прошлой миссии завалили целый эсминец. А в этой миссии к эсминцу еще и прилагается танкер. Мы немного заработали очков, поэтому можно что-нибудь себе прикупить. Я, в принципе, даже не знаю, что куплю. Даже не знаю. Можно, в принципе, купить бронебойные снаряды. Почему бы и нет? И все. А Флетчеру... А на Флетчера... Не хватает. У него все стоит так же, как и на крейсере. Ну, хорошо. Поплыли. Вот наш конвой наткнулся на... Грузовой корабль с прикрытием. Так, первая у нас подлодочка. Подлодочка зачем-то повернула. Ладно. Подлодку пропускаем. Сразу же наш новенький крейсер с бронебойными снарядами будет стрелять прямо в прямой наводкой в японский танкер. Почти попали. А эсминец будет пускать торпеды в другого эсминца. И, конечно же, не попадать. Ну, а что вы хотели? Вражеский эсминец стреляет по нашему эсминцу. Это очень-очень нехорошо. Ну, значит, предлагаю, что делать. Отправлять подлодку на перехват эсминца. Что по поводу крейсера? Ну, ладно. Так уж и быть. Потопим мы этого танкера. Так, ну... Повреждения сильные. Пробуем выстрелить с пушек. Их на Флетчере целых 5. С ветром все нормально. Ну что ж, стреляем. И мажем. Ладно. Вражеский эсминец попал нам прямо в торпедный аппарат. Но в этой игре, в отличие от Atlantic Fleet'а, модули ломаться не могут, поэтому ничего страшного в этом нету. Так, пускаем торпеду по эсминцу. И на этот раз мы попали. Все. Возможно, мы потопим одной торпедой эсминца. Возможно, и не одной. Ну, в этот раз у нас вроде бы получилось одной. Или же нет? Да, мы потопили его одной торпедой. И это прекрасно. Нам осталось только разобраться с транспортником. Вот так вот. Пока эсминка. Опять поворачиваем. Посмотрим, что у него по броне. По броне... У него нет брони. Поэтому по нему нужно стрелять фугасами. Фугасами, ну, возьмем самые обычные снаряды. Они нам тоже подойдут. Один выстрел, и все. Танкер пошел на дно вместе со своим эскортом. Что ж, пока и пошки. Вот так вот мы выиграли эту битву. Всем спасибо за просмотр. С вами был Адмирал Дред. Ставьте лайки, комментируйте этот видосик. Всем удачи и пока.